Строительный отвес. Якон возглашает премудрость, вон мем, значит, распрямитесь, станьте прямо, не в дремоте, как боевые кони, готовы в бой через брустверы и ямы. Все меры жадности искривила чина, подмена гирь у продавца в суме. Уменьшили длину по своему аршину, напишут три в потай, один в уме. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелие. Вот единственный отвес Евангелие, вот единственный отвес. Но никому и никогда не снилось уменьшить тяготение земли. Таков закон, здесь ждите лева милость, отвесом все, чтоб выверить могли. И нашу жизнь стояние пред Богом, не люди грешные под нынешний момент, не дохлая мораль, не поэтично слога, наклон любой отвес сведет на нет. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелие. Вот единственный отвес Евангелие, вот единственный отвес. Стоим ли прямо с Библией, сверяйся, и не склонись под чуждое ярмо. Для выгоды своей шушукают царясы, интеллигенция давно ушла в дерьмо. Отвес строительный на тоненьком шнуре, и по нему свой сноп поставим прямо, ограду выправь на своем дворе. Кто не стоял, по смерти примут сраму. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелие. Вот единственный отвес Евангелие, вот единственный отвес. На высоте не устоит подпорка, завалится лжевера без канонов, искусством оправдания вчерашней оговоркой, корабль не спасти, что кверху дном утонет, корабль не спасти, что кверху дном утонет. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе, размолоти преграды при лживейших словес, и будешь во главе, а не плестись в хвосте Евангелие. Вот единственный отвес Евангелие, вот единственный отвес. Вот, чтобы миссия такая была в каждый дом по Евангелию, у всех православных христиан. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.